Ну что ж, господа, вот и подошел этот год к концу. Мне бы хотелось подвести итоги и поздравить вас с наступающим Новым годом. Буквально скоро, буквально там через пару часов, скорее всего, когда я выкладываю это видео, будет Новый год. И хотелось бы выразить вам большую благодарность, а именно за то, что вы смотрите меня и подписываетесь на мой канал. Большое спасибо за вашу поддержку, которую вы проявляли в этом году. Большое спасибо за ваши лайки, приятные комментарии, да и вообще, чтобы есть у меня, потому что если бы не вы, меня здесь бы не было, скорее всего. Я бы просто бы не снимал и занимался бы чем-то другим. За этот год мы набрали 14 тысяч подписчиков. Конечно же, для Ютуба это не очень много, но для меня это реально много. 14 тысяч — это для меня большая цифра. И в следующем году хотелось бы побить цифру в 20 тысяч. Надеюсь, у меня это получится. В следующем году, то есть в 2019, я хочу постараться вас удивить. Удивить новым контентом, возможно, монтажом, чем-то новеньким, потому что нужно каждый год что-то усовершенствовать. Это лично мое мнение. Но вам я желаю хорошо провести этот Новый год в 2019, чтобы все ваши мечты реально сбылись и чтобы вы получили то, чего вы хотите, либо хотели когда-либо. Проведите этот Новый год со своими друзьями, близкими, знакомыми. Новый год всего бывает раз в году, поэтому проведите его с умом. Ну что ж, на этом у меня все. Встретимся уже в 2019 году. Я буду снимать для вас видосы и надеюсь на вашу поддержку. Большое спасибо еще раз, что вы есть у меня. Я вас очень люблю как подписчиков и я надеюсь, вы тоже меня любите как ютубера. Все, пацаны. Всем пока-пока. Встретимся в следующем году.